Ученики 17-й школы волнуются. Переживаний добавляет и серьезная предэкзаменационная проверка. Рамки металлоискателей, никаких телефонов и прочих гаджетов. Одними из первых в стране ЕГЭ по географии и информатике начали писать школьники Владивостока. Учиться в школе. По силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Пронести с собой можно только паспорт, ручку, калькулятор и линейку, а также воду и шоколад. Во всех аудиториях, где проходит сдача ЕГЭ, установлены камеры видеонаблюдения. Ровно в 10 утра учителя вскрыли диск с заданиями. География и информатика – предметы, которые ребята сдают на выбор. Большинство школьников накануне экзамена активно тренировались на сайте «Решу ЕГЭ». Экзамен по географии считается несложным. Чтобы ответить на все вопросы, у ребят было 3 часа. Первый экзамен написали более 1000 учеников, большинство из них выбрали географию. ЕГЭ в этом году проходит в 3 этапа. Досрочный период госэкзамена завершился 11 апреля, основной будет проходить по 2 июля, дополнительный с 4 по 15 сентября. В общей сложности ЕГЭ в крае сдадут более 10 тысяч человек. Для этого организуют 86 пунктов проведения экзамена и аудитории во всех 34 муниципалитетах региона. Впереди у школьников 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. Анна Бережная, Евгения Апарин, новости на 8.